Я думаю, сын. Благословен Господь. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, благослови. И устрой это дело, как угодно воле Твоей Святой. Как некогда дело Иеремии, который покупал землю. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Значит, покупают у нас, возьми у него, покупают, о, этот, Володя, матушка, выйди сюда. Ну я переоденусь, все же. Давай. Совсем... Володя, плати деньги, ты будешь свидетель, а потом мы составим это все, распишемся и... Подойди, пересчитай, отпускай. Значит, у дома обнаружены большие недостатки. По дому на 4 части лопнуты. Они наложили без арматуры. Ну, в дальнейшем придется, может быть, железное делать, стягивать или как-то. Ну, Петя еще делал, видимо, не знал или как. Я обошел, 4 большие уже щели расходятся где. Но наклона нету нигде. Так что мы знаем, что берем. Так, пожалуйста, деньги доски. А бумагу-то составят завтра, чтобы расписаться, свидетели, все. Нет, сам пускай считает. Да нет, да, считай. Нет, он считает, я смотрю. Да, считай. А то будет без страха. Покупает дом Володя. Нет. Считай. Раз, считайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отложить, может, сразу. По 10 складок, да? Раз, два, три, смотри, четыре, смотри, я цене начну. Я не смею, все улыбаюсь. 8, ну, будет 3, маленько поинтереснее. 10. Тут деньги считают. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Одна лишняя. Ну ладно, посчитать. Ну все, видели, считал правильно, да? Угу. Ну это значит, кто отсчитывал, то ладно, положи. Угу. Ну все, 8, 9, 10. Значит, мы, Лена, ты составь нам купли-продажи, как совершаются. Свидетели, я свидетель. Надо паспортные данные Володины. Володин, принесешь, паспорт и запишешь. Да? Вот с собой паспорт? С собой. Может дать, и все. Да. Сразу отнеси его к себе домой. Там. Сейчас принесет. Значит, ты свидетель, вот, ну, и я свидетель, покупает Володя. А остальное все, мы уже видели, осмотрели, и, к весне ребята освободят ту сторону, где мы с тобой прошли, все видели где-то. Мы берем, знаем, не кота в мешке, мы сами строители, ну, что сделаешь? Нам это очень выгодно, это все рядом, друг напротив друга. Я замерил его сегодня, там поглядел, как тут можно вообще... Никто не виновен, там Володя там находится. И нужно теперь думать, как электричество подвести, там, чтобы было. А труба. Там что, это же труба, в смысле, трубы нету нигде. Трубу будем искать. Там трехфазный свет есть. А? Трехфазный свет есть. Ну, нам-то он трехфазный не нужен.
Зачем он? У нас оборудования никакого нету. Обыкновенный, как он на лагерь идет. Угу. Какую-то дополнительную печку там поставим, холодильник и все сделаем. Кухня там хорошая будет. На это посмотрит. Володя даст себе паспортные данные, запишешь у него и... Что, паспорт, да? А я тебе дам. Да выпишешь. Ты можешь к ней зайти сейчас взять, а потом я ко мне. Паспортные данные ваши есть. А документы вы будете оформлять? Так, документы оформлять потом, когда. У тебя документы на дом-то есть? Есть. А? Да. Есть, недавно. Ну, документы надо будет как-то это обдумать, все это делать-то. Так, мы сейчас говорим перед Богом, мы молимся, назад хода, чтобы не было. Угу. Надо. Мы видим, что берем, который хозяин бы упрекал, или мы ничего этого не делаем. Огородчиком она пользуется. Не назначаем ни время, ни год, ни два. И это тоже. А? И овчарня пускай еще будет. Овчарня тоже, там еще-то есть. Мы тоже не касаемся. Мы обрезаем там, где туалет у нее заканчивается. Угу. Остальное у нас... Но, конечно, теперь мы поневоле должны смотреть и на овчарню, чтобы не пропадала. На наша раз. Мы должны заботиться, чтобы сохранить это. Ну вот так, чтобы она между нами были хорошие отношения. Не так, что отношения испортились, а тогда назад. Назад ходу нету никакого. Ты видишь, мы уже ремонтировать начали, окрестность приводим в порядок, шторки шьем. 13 лет хозяина не было. Ну еще спрашивать. Там не было души, полы полностью сгнили, совершенно слагами. Труха одна. Выбрали, да? Ни одной доски нет целой. Все выкинули. Будем заказывать, уже Алексей заказывает. Сейчас приезжал, завтра бульдозер должны привезти. Чтобы привезти, с Барнаула оказалось, а я-то не знал, 21 тысяча на кон. Когда повезут обратно, еще 21. Вот думай как, повез везде. Он говорит, два драглайна нашли где-то. И он предложение сделал третий мой, это первый мостик как сделать-то. Будет работать. 12-метровые есть кузова. Вот и перекинул его, говорит, на списанную, ну сколько там тонн. Ну так, прикинули где-то, и ну, все сходно. Все. Ты положить хочешь? Ну она говорит, сложить. Не понял. Говорит, чтобы я сложил. Ну сложи, как сказала, сложи. Потом еще пересчитай. Если где-то ошиблись, тысячу взяли, ее вернет. Потому что думали, что целиком. Хозяин Володя, я никакого отношения к этому дому не имею. Никакого, совершенно. Теперь нам бы еще Павлов... приобрести Павлов, и у нас было бы одно хозяйство. Постепенно. Вам сначала один сделать, потом уже другой. Вам пока этого но хватит. Пока есть здесь, а то он в таком состоянии, что и даром будет, но я не хочу этого. То есть она сегодня... А я и так отдаю даром. Я говорю, нет, а так не пойдет. Я думаю, все равно... Ты старалась, матушка, все отдали. Ага, спасибо, Господи. Я очень благодарен. Спасибо, Христос, что ты покупала этот дом. Смотрела, не смотрела. Ну, я уступила много тоже. Ну, я доволен. Угу. Ты довольна? Да, ну я... Вы довольны, что я уступила много? Все, все да. Уступила. Она все платила конечно. Больше. У нас ничего нет. Во-первых, они говорят, ну пускай моя половина. Потом она 200 платила когда-то. 300. И, да, понятно. Ну, она там картошку оставит. Что? Я говорю, меня это не касается. Мы начинаем подготавливать. И план, который мы вешаем. Пока где овечки, мы пользуемся там. Все. Ну пошли мы, до свидания. Благодарим тебя, наш Господь. Спасибо. Отпусти нас с миром. Угу. Благослови этот дом живущих здесь. И сохрани детей до царствия твоего. Не дай врагу восторжествовать над истиной, их обрати. Дай им путь покаянию, открой, Господи, Духа Святого. Дабы они увидели, что творят злодейство против детей. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Батюшка к этому делу никакого отношения не имеет. Совершенно. Он ушел, говорит, я ничего не знаю. Да. Ну все, пошли. Это, Володя, только там... Там три листа железа лежит. Я привезла, чтобы там овечек положить, да? И этот шланг мелкий там лежит. Можно будет забрать ведь? Володя, иди за паспортом. Игнат Тихонович, там... Закрой, то мухота налетит. Там мелкий шланг лежит. Где он? В гараже. А в каком? Ну, в гараж, где баня. Не понял. А где гараж? Ну, где баня?
Где баня, я ничего не знаю. Ну и пусть лежит. Нет, так я заберу, он маленький, коротенький. Да меня не касается. Меня ничего не касается. Вот я показал, где туалет, по туалет. А остальное меня не касается. Дрова еще заберу. Дрова забери. Мы все это сами сделаем. Матушка, я очень благодарен Богу и тебе. Спаси тебя, Господи. Это Господь так сделал. Я потом приведу туда строителей, они посмотрят, как это закрепить, растянуть. Это вот. Главное, большой, рядом. Сидит. О, пришел. Вот смотри, вот внимательно гляди на него. Неизвестно, откуда появился голубь. И он знает, гуля, гуля, гуля. Вот стой здесь. Сейчас смотри, что я ему дам. Сейчас я ему дам поесть. У меня с собой пшеничка для него специально. Вот. Сейчас я ему дам. Да хороший мой гуленький. И неизвестно, откуда он взялся. Гуля, гуля, гуля. Да хороший гуля мой гуля. Вот он где гуля мой идет. Ну-ка давай. Гуля, 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 гуля. Давай. Гуля, 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 гуля. Гуля мой гуля. Да замечательный гуля. Давай, ешь. Все. Все довольны. Я куда бы ни поехал, у меня с собой для голубей пшеничка. А зимой, когда я иду, на остановках жуланов даю. Мне это ничего не стоит, мне помогают. Два мешка семечек каждый год Долгоп Андрей дает. Вот он поест. Евгений. 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 Евгений Долгоп, а я сказал. Андрей. Глупый человек. Андрей. А Евгений, конечно. Ну все. Поехали.